За неделю в России заболеваемость коронавирусом выросла в два раза. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. А в Тюменской области за прошедшие сутки 570 заболевших ковидом. Выздоровели 102 человека. Накануне в регионе было выявлено и 9 случаев заболевания омикроном. Оперштаб напоминает, что у привитых и переболевших коронавирусом новый штамм протекает в основном как сезонная респираторная инфекция. Наши вакцины, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации, они чувствительны, они знают этот штамм, то есть они нейтрализуют его в определенной мере. И, конечно же, более того, наши ученые не стоят на месте, то есть они постоянно обновляют свою вакцину.